где? На лесной поляне. Здесь, на лесной поляне, запятая, обратите внимание, на лесной поляне, расположилась здесь, на лесной поляне, на лесной это где прилагательное, поляне, расположилась с мягким знаком. Что сделала? Расположилась на лесной поляне. Огромная старая ель. Огромная старая ель. Точка. Тут росло много молодых елочек. Тут росло много молодых елочек. Елочек. Молодых. Не пишу, куда это. Молодых. Молодых. Каких? Где у нас здесь корень? Молод. Да? Хорошо, молодых. Что вы сейчас должны пройти сейчас? Молодых. Это значит, что молодой. Какой? Молодых, молодой. Каких, например? Молодых елочек. У нас, если бы у нас была бы одна ель, у нас была бы молодая ель. Так как у нас сейчас много елей, у нас будет каких? Молодых елей. Если бы у нас, например, была бы ель какая, росла в лесу одна ель, она бы была бы у нас молодая, одна единственного числа. Так как у нас сейчас росли много елей, они у нас сейчас получились молодые, то есть у нас сейчас в лесу много молодых елей. Единственное числа женского рода. Молодая подчеркивается каким? Волнистой чертой. Что это такое? Прилагательное единственного числа женского рода. Правильно? Какое окончание здесь у нас? Ая. Окончание ая. Какой корень? Молод. Молод у нас корень. Так, мы здесь можем сейчас поставить приставку? Да. Какую? При молодой, например. Еще какую приставку? За молодым. При молодой.